Теплый солнечный день после череды заморозков. За эту анапскую зиму весна еще никогда не была так близко. Гости и праздника заслуженно ступают на красную дорожку. Девушки, женщины, леди, элегантные дамы, хранительницы очага и каждая по-своему берегиня. Светлана – фельдшер скорой помощи, достаточно часто дежурит в городском театре и на других массовых мероприятиях. Ирина Крайнова 11 лет работает психологом в МЧС. Форма женщины украшает. Ну, женщина выглядит интересно, привлекательно, необычно. Цветы, весна, корабль с алыми парусами, за ним любовь, счастливая семейная жизнь и счастливые дети. Идут вперед технологии, ценности остаются неизменными. Анапских женщин поздравил глава города-курорта Юрий Поляков. Вы дарите нам любовь, дарите уют. Мы вас всех очень сильно любим. И что хочу сказать, у нас в Анапе проживает более 100 тысяч женщин. Я вам желаю всем, чтобы рядом с вами было широкое мужское плечо. С этим праздником, от всей души, мой низкий поклон вам. Мы вас очень любим. Вы совершаете чудо, даете новую жизнь. Сегодня, в этот день весенний, я хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете. С праздником вас! Здоровья, удачи и благополучия! Твоя улыбка словно солнце, мелькающее среди туч, словно раскрытое оконце, с небес сошедший яркий луч. Стихи, посвященные маме в исполнении начинающего актера Кирилла Степанюка. За ним ансамбль с песней тоже о маме, а также о том, что бабушка – это мама со стажем. Тамара Борисова – инженер-строитель. Специальность выбрала под впечатлением от грандиозности процесса. Параллельно уже вместе с мужем строила семью. У них трое детей, 7 внуков и 5 правнуков. Конечно, это счастье. Столько детей. И дети у меня все хорошие. Все учатся, все получают высшее образование, все работают. Конечно, мы с мужем строили семью, своим примером показывали детям. Высшее образование детей также учили доброту и помогать людям и друг дружке. Тамару Борисову, как и всех, кто находится в зале, ждут сразу 4 выходных дня, полных цветов, подарков и поздравлений. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.